Ребят, всем привет. По поводу сбора в Таиланде. Ребят, Таиланд пока что временно переносится в Дубай. Еще раз, Таиланд переносится в Дубай, потому что в Таиланде пока там под вопросом все. Открыли его только для вакцинированных, только в определенные отели нужно, куча документов, бумаг собирать, геморрой. В Дубае гораздо легче полететь, там просто делаете ПЦР-тест за 72 часа, то есть в течение 72 часов летите в Дубай. В Дубае бесплатно вам прямо в аэропорту делают еще один тест, и все, и отпускают вас в город, а потом на следующий день вам приходит смс с результатом, то есть никакого геморроя. По поводу билетов, каждый покупает себе сам. Вы летите из разных стран, из разных локаций, поэтому вы смотрите на сайте билеты на эти даты и ищите выгодные себе. Нужно заранее брать, потому что заранее вы сэкономите свои деньги. Чем позже вы будете брать, тем дороже билеты. Поверьте, с каждым днем все дороже. Проживание. Я вам помогу выбрать отель, который прямо рядом, ну, в 10 минутах будет от локации, где мы будем тренироваться. В 10 минутах хороший, чистый, комфортный отель, в котором есть шведский стол. $60 в день шведский стол. То есть 20 утром, 20 днем и 20 вечером. Вы можете два раза в день есть, кто хочет сэкономить. А кому там не понравится есть, хотя там вкусно, вы можете есть кафе, рестораны, в моллах, фудкоры разные и так далее. Кому не понравится жилье, которое я вам скину, вы можете на букинге вокруг нашего зала выбрать по своему бюджету любое жилье. Смотрите, я думаю, в 21 году, в 21 веке каждый из вас может пользоваться букингом. То есть жилье забронировали недалеко от тренировок, остаются тренировки. Тренироваться мы будем, смотрите, мы прилетаем. 3 дня мы тренируемся, 4-й день отдых, там экскурсии и так далее, и еще 3 дня тренируемся, утром и вечером, то есть всего получается 12 тренировок. Тренировки в группе стоят $350, то есть неделя сборов стоит $350. Что еще? Билеты разобрались, проживание, питание разобрались, тренировки разобрались, какие еще могут быть вопросы? С ПЦР-тестом разобрались. С собой берем полностью экипировку, перчатки, футы, потому что будем работать много в парах, разные фишки, комбинации отрабатывать, будем делать физуху, но для физухи вам ничего не нужно, мы там все у нас, инвентарь у нас будет. По окончанию сборов вы получите сертификаты на память, сертификаты, что в 21 году прошел сборы в Таиланде по Муай-Тай и так далее. Эти сертификаты — крутая память, которую потом люди вешают у себя в кабинетах, смотрят потом друзья: нифига себе, прошел сборы в Таиланде на Пхукете там в 19 году, или сын вас потом спросит: ничего себе, папа, где это ты был? Будет что рассказать. Плюс сборы — это всегда, это помимо навыков там и так далее, это знакомство, это энергия, это новые локации, это эмоции, это, блин, это лагерь, в котором вам кажется, вы уже никогда не побудете, потому что вы взрослый, но это лагерь реально, когда вы все там сдружились, дружно ходите в зал, тренируетесь, круто, короче, я обожаю сборы, поэтому 20-го. С 20 по 27 сентября будут первые сборы, первый поток. И второй поток с 20 по 27 октября. То есть сентябрь и октябрь. Вот так вот. Вот пока такой расклад. За Таиланд не спрашивайте, потому что пока непонятно. В этом году точно без Таиланда. В следующем будем смотреть по ситуации. Как только там откроют для, ну, так что условия сделают проще, я обязательно сразу, мы сделаем сборы в Таиланде. Вот так вот.